Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня мы с вами рассмотрим возможность заработка на валютной паре евро-японская иена. Для того, чтобы понять, куда будет двигаться цена в ближайшее время, необходимо обратиться к индикатору технического анализа, к индикатору RCI. Если мы построим данный индикатор для 4-часовых свечек, то мы с вами увидим, что у нас сформировался сигнал на продажу. В данной валютной паре у нас есть сигнал дивергенции. У нас был установлен максимум по данному осциллятору на свечи 4 часа по терминальному времени 11 марта. Вот у нас на графике это 4-часовая свечка. После этого осциллятор уже новый пик не установил, а на графике мы с вами видим новый пик, то есть максимум 11 марта 127.27. У нас получается расхождение, котировки пошли вверх, а осциллятор вверх не пошел. Данный сигнал называется дивергенция, который указывает на то, что необходимо продавать данную валютную пару. И чтобы нам с вами заработать на этом сигнале, необходимо обратиться к окну котировок, выбрать инструмент евро-японская, выбрать объем. Наш депозит равен 2864 доллара и 9 центов. Мы выбираем один лот и нажимаем кнопку sell. То есть мы с вами продаем данную валютную пару. Take Profit я предлагаю поставить на 30 пунктов ниже точки входа. Точка входа у нас 126.62. И в этой связи мы ставим ордер Take Profit 126.32. Таким образом, потенциал прибыли у нас получается 30 пунктов или 264 доллара и 11 центов. Уважаемые коллеги, прошло 47 минут с момента открытия нашей торговой позиции. И мы с вами видим, что наша сделка закрылась по ордеру Take Profit. И мы смогли с вами заработать 264 доллара и 9 центов. Что при нашем первоначальном торговом депозите 2864 доллара и 9 центов равно 9,2%. Желаю всем успехов, до новых встреч!